Right now, мы сейчас навещаем сестру Бена. Помните, я вам показывала как-то видео в ее доме. Вот ее дом красивый. Она одна живет, муж умер. И напротив есть дом, в котором никто не живет. Те, кто жили в этом доме, они переехали в другой дом, купили другой дом. А живет здесь кошка, кот. Как случилось, что кот живет один в этом доме? Жили здесь муж и жена. Так вот, жене не нравится этот кот. И она сказала мужу, чтобы он не брал этого кота в новый дом. Ну и что решил муж? А он решил не продавать этот дом. И кот теперь живет в этом доме. Он навещает каждый день кота. Еду ему приносит. И кот живет здесь. И этот мужчина приезжает сюда и в субботу. Почти всю субботу проводит здесь с котом. И в воскресенье. И вот кот здесь живет один. Мы еще собирались покупать этот дом. Ну вот как долго проживет здесь кот, никто не знает. Но он не собирается его никому отдавать, потому что он любит этого кота. И вот кот живет один в доме. Он платит, естественно, за электричество, за все, за этот дом. Вот такой вот богатый кот есть в маленьком городке Кэмпбеллсвилл в Кентаки. Вот на такой улице, маленькой тихой улице, живет этот кот. А два других кота, которые живут по соседству с этим домом, решили извлечь из этого огромную выгоду для себя. Ну, немножко о двух этих котах, а потом, какую выгоду они извлекли из этого. Вот в том доме, маленьком домике, это тоже к этому дому относится, вот эта вот местность, вот эта территория. Вот в этом маленьком домике, видите, живет другой кот. Этот мужчина называет его Раска, и дом называется «Дом Раска». Там живет этот кот. Это такую дверь сделал хозяин дома для другого кота, который здесь живет, серенький кот. Но его нету сейчас. А того кота я не могу показать. Он в доме где-то там. В доме никого нету. Один кот. И у сестры Бена, у Су, тоже есть кот, который живет вообще-то на улице. Он не любит дома жить. Он живет в гараже или на улице. Она его кормит, естественно. Су and the cat. What is your cat name? Bandit. Су зовет своего кота Бандит. Су зовет своего кота Бандит. Вот ее кот Бандит. Ага, кот очень старый. Ему, по крайней мере, 21 год. 21 год. Бандит. А? Ты хороший бандит. Но этот мужчина привозит котам, ну, лакомство, короче говоря. И вот как только коты знают, эти два кота, которые живут вот в том домике, и кот сестры Бена, они знают, что он должен приехать, и они сидят вот на этих кирпичах оба. И ждут его, когда он приедет. Я была свидетелем этого. Я, правда, не сделала видео, я не знала, что это такое. Это уже потом мне Су, сестра Бена, рассказала, что это такое. Они ждут его, он кормит их, и они расходятся и ждут следующего дня, когда он приедет. Вот так вот, такая вот история про кота, про котов. А кто-нибудь из вас знает еще таких богатых котов в мире? Thank you.
войне. Скоро увидимся. Будьте здоровы. Пока!